Art Science Museum – одна из достопримечательностей курорта Marina Bay Sands в бухте Marina Bay в Сингапуре. Этот научно-художественный музей, открытый 17 февраля 2011 года, является единственным подобным музеем в мире, как заявляют его создатели. Здание музея, спроектированное всемирно известным канадским архитектором палестинского происхождения Моше Савди, символизирует собой жест приветствия гостям со всего мира. По своей форме это цветок лотоса, и в то же время лепестки цветка являют собой распахнутую ладонь, 10 пальцев человеческой руки. Музей Art Science создавался не только с целью привлечь посетителей. Одна из задач его строительства – продемонстрировать возможности инновационных технологий. Пальцы лепестки цветка спроектированы так, что способны собирать дождевую воду, спускающуюся к расположенному внутри небольшому бассейну. Собранная таким образом вода впоследствии используется в технических целях. Сами лепестки являются галереями, каждая из которых заканчивается оконным проемом. Таких галерей в здании музея – 21, а общая площадь выставочного пространства – 4800 кв.м. Интересная система кондиционирования музея, она встроена в пол. Так удается добиться экономии энергии, ведь в этом случае отапливаемое пространство ограничивается ростом человека. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.